Снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами, как всегда, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется FF7 или Последняя Фантазия 7 или Final Fantasy 7 или Final Fantasy 7. Ну что ж, продолжаем. На каком этаже? 63 или 64? Пожалуйста, позвольте мне немного отдохнуть. Загадка, конечно, была детская, и мы с ней не справились. Это мало и стыдновато. 64-й, да. А если ты устал, можешь отдохнуть в соседней комнате. Уф, я начинаю беспокоиться за мой живот. Не надо беспокоиться за ваш живот. С тех пор, как я стал главой службы безопасности этого здания, выносливость очень важна для меня. Вы должны быть посетитель, пожалуйста, пользуйтесь свободными машинами. А я могу как бы использоваться как раз свободной машиной, например, а? Там выносливость подкачать, не? Да не, не вещами, а именно так. Видимо, не могу. Ну ладно, что поделаешь, нет так нет. А было бы интересно, да, если можно было бы хотя бы разок что-то повысить. Минимум любопытно было бы. Душевые. Пожалуйста, пользуйтесь другим этажом управления ремонтного отдела компании Шинра. Оба-на. Любопытно. Что это имеется в виду? Интересно, а все ящики будут заперты? Эфир, отлично. А это разве не зелье, которое там лежало? Не, заперто. Что это? Мегафон? Лучше оставить эту штуковину. А почему оставить? Я бы мегафон как раз бы и взял бы себе лучше. Поэтому каждый ящик или секция ящиков смотрится. Воскрешение. Да, каждый ящик. Я думал, тут по секциям, а тут нет, тут каждый ящик. Но это хорошо. Блин, кнопка джойстики стала греметь. Это нехорошо. Накрывается геймпад до конца мой, походу. Ну, он старенький уже. Может, резинку надо поменять? Ну, вряд ли. Просто нужен новый. А, закрыто. Блин, ну почему закрыто? Вот плохо то, что закрыто. Очень плохо, что закрыто. И тут будет везде закрыто, да? Можно даже не проверять, будет закрыто везде. И чтобы открыть их, нужно будет что-то сделать. Скорее всего, вот тут. Модель Мидгара, рожденного из энергии мака, выключенный прямо из земли. Мидгар, рожденный из энергии мака, выкачанный прямо из земли. Когда закончится строительство сектора 6, план Шинра будет завершен. Вон зачем он забрал Айрис. Блин, ну эти ящики по-любому ж можно как-то открыть, а? Наверное. Ну, должен быть какой-то способ их открыть. Закрыто. Блин, столько ящиков, а. Вспоминай. Не помню вообще. Вот вообще не помню. То ли, если идешь в обход, вообще это не попадаешь сюда. То ли я просто все позабыл вообще нахрен. Напрочь. Пока что молния, пока что украсть, пока что атака. Ну, массовая атака для нас вообще не страшна. По 16 слишком мало.
Не смогли украсть. Стоит ли упарываться и красть? Вот в чем вопрос. Думаю, что нет. У Клауда, кстати, прорыв барьера. Случился лимит. Предела, конечно. Гипер украли. Но... Стоит ли красть гипера? Наверное, стоит. Ну, вообще, в принципе, все стоит забирать, да? Нам все пригодится. Плюс с ними очень... Оба-на! С ними очень интересно сражаться. А знаете почему? Потому что 18 очков опыта для материи за них дали. То есть вот это неплохое место, если они будут сейчас еще раз появляться. Очень неплохое место для небольшой остановки и фарма как раз опыта материи. Единственное, что на меня не нападает никто, это плохо. Я бы, конечно, хотел больше. Чтобы нас нападали. Тут есть лифт, видите? Лифт. А на каждом этаже есть лифт, который можно тупо зайти. Ну, я столько бегаю, на меня ни разу никто не напал. Ладно, идем дальше. Слишком долго все это. Не буду 3 часа ждать, пока на меня соизволят напасть. Угу. Дальше уже все. Надо в лифт заходить. Заходить в лифт. Все-таки напали, ура! Ну, надеюсь, те же самые. И надеюсь, их трое. Один. Ну вот, видите, как плохо. Не смогли украсть. Ну ладно, ничего страшного. У нас будет вторая попытка. Третью попытку не дадим. Ну, в этом нет смысла большого. Так, за одного должны дать сколько? 6. Ну да, логично. Вообще, конечно, нужно было бы уровень где-нибудь поднять еще один до того, как мы поднимемся наверх нашим бойцам. Ну ладно. А, то есть вот так вот. Выше мы не поднимемся. У нас нет ключ-карты. Ха-ха-ха-ха. Мы можем спуститься на 64 этаж, разве что. То есть до 65 у нас есть ключ-карта, а дальше нужно ее находить. Ну и находить, наверное, нужно все-таки где-то тут. На 64-м, по логике вещей. Хотя мы тут бегали, да, везде, и как бы не было... О, специальный напиток Шиндра, только за 250 гиллий. Давайте попробуем. Что это у нас? Ничего. Он сломан, стукнуть по нему. Сэр, что вы делаете? Не хулиганьте, пожалуйста. И он зажал, короче. Стукнуть. Что вы делаете? Не хулиганьте. Я сейчас еще раз стукну. Ну, плюнуть, ладно. Нет, все-таки еще раз. Это то же самое. Я думал, что если несколько раз ее подоставать, что-то будет интересно. Но нет, к сожалению. Ничего нового. Нет, отдыхать мы не будем. Пожалуйста, позвольте мне немножко отдохнуть. Блин, а где те... Где твоя одежка, чтобы украсть у тебя ключ-карту? Ух, было бы неплохо. Пожалуйста, пользуйтесь другим этажом управления ремонтного отдела комнаты Шиндра. Непонятно. Нужно было, короче, наверное, в обход идти. Там бы, по крайней мере, я не затупил бы так сильно.
Как затупил тут. И с подсказкой с этой, сейчас вот с... Почему оставить штуковину лучше, я не понимаю вот этого. Это ж отличная вещь. А тут все просто тупо заперто и все. И ничего нет. Блин, сложно. Сложно, пацаны, сложно. Ну ладно, на самом деле. Ничего сложного тут, по идее, нет. Я просто какую-то где-то какую-то ошибку совершил, вот и все. Маленькую какую-то ошибку. Может быть, в ремонтные этими нужно залезть. Может быть и нет. Поднимаемся выше пока что просто. До 68 этажа. Угу. Нет, нифига. Логично. Нужно еще три. Нужно еще где-то три этажа проходить. Искать карту. Я вообще не помню, где ее искать абсолютно. Оба, автомат, прикольно. Попробуем украсть. Нечего красть. Ну да, убить. Тогда убить. Может, он нам что-нибудь кидал бы. Вот, знаете, как прикольно иногда бывает. И зря я его убил. То есть его убить не надо, возможно, было. Возможно, да. Возможно, нет. Закрытые ящики еще. Вот это меня напрягает, это, конечно. Закрытые ящики меня прям очень сильно напрягают. Да, тут я ничего тоже сделать не могу, видите как. Видите как все плохо. А можно на первый этаж, кажется, спуститься, попробовать по лестнице побежать. Но это идиотизм, нас, наверное, даже не выпустят из здания. По большому счету. Можно пообщаться вот тут с пацанами. Если вы сталкиваетесь с президентом Шинра, пожалуйста, не говорите ему об этом. Я не могу помогать тем, кто создает проблемы Шинра. Но моя как дает пропуск только на 65 этаж. Вы можете проверить, как они обращались со мной. Со мной, как с обычным служащим. Это только на 65 этаж. Да, где-то, блин, надо мне карту брать выше. Где эта карта выше? А хрен его знает. Вот в чем вопрос. Что-то я пропустил, ребят. Такой вот нубас. Ну, хотя, как бы, ничего необычного, да? Так, это... Дверь заклинила, надо починить. А, погодите. Это не эта дверь.
Дверь заклинила, надо починить. Стоять. Вот эта дверь, да, наверное? Или какую-то дверь заклинила? Вот эту дверь, в которую мы входили, точно. Она не закрывается, видите? А я можно как-то починить тут именно? Какой-нибудь терминал. Ну, пока что нам говорят то же самое, что говорили один в один. Ничего нового. Блин, ну это вообще просто жесть. Просто какая-то жесть. Да не, ну у кого, блин, ключ-карту брать? Это же тоже должно быть, в принципе, логично все. Поехали на первый этаж. Ну, пацанчики. Гранатами кидаются, сволочи. Транквилизатор украли, неплохо. Продолжаем попытки постоянно обворовывать врагов. Гранату даже заблочили, прикольно. В очередной раз. К сожалению, ничего не получается украсть у второго. Да, отлично, еще раз получилось. Добиваем и идем дальше. Мы очень много гили потеряли, к сожалению, когда брали подсказки. То есть можно было за 500 там все сделать. Ну, за 1500, ладно. 2000, конечно, это лишние были. Хотя тут уже, наверное, идти бесполезно, знаете почему? Потому что тревога объявлена. Мы, скорее всего, не пройдем. Но есть маленькая возможность, что мы сможем подняться сквозь какую-нибудь вентиляцию. Такая маленькая возможность остается. Ничего не берется. Тыкаюсь в каждый ящик или что-то наподобие ящика, и ничего. Ну, значит, поднимаемся просто наверх. Блин, 60 этажей так вот, представляете? Но уже меньше, конечно, на десяточек.
Может быть, даже больше, чем на десяточек. О, повторение. Я понимаю, какие ящики, как бы, ну, ящики, да, которые горят. Ну, например, в траве же у нас не горит ничего, мы что-то находим, поэтому я на эти ящики тоже кликал, мало ли что. Чисто на всякий случай. Я не знаю, сколько это этажей, но вот если брать вот это один этаж, да. Давайте считать, сколько это. Два этажа, да. Три этажа. А на пяток этажей, да, одна секция. Четыре. Пять. Даже больше, шесть. Эликсир, отлично. Семь. Семь этажей секции. То мы поднялись где-то этажи на 30 уже почти. 4 секции у нас было, да? 7 и 4, 28, или сколько-то. Жалко, тут никто не нападает, вот что плохо. Для нашего опыта. Думаю, прикольно будет, если там будет типа тупо закрыт. Но там должна быть какая-нибудь вентиляционная шахта или что-нибудь. Какая-нибудь незакрытая маленькая дверка, да. Бы этажи где-нибудь считались бы. Ну, отметки этажей. Какой конкретно сейчас у нас. Ну, сейчас мы, кажется, подбираемся к 40-му этажу. Там 38-й, 39-й. Будет. Ну что вы думали, что мы сразу поднимемся, типа, оба на нашем этаже? Не. Тут надо бежать каждый этаж. Да, вот он, проход дальше. И мы на том этаже, где были с лифта. Что и следовало доказать. Значит, что можно сказать? То, что я просто все забыл. Этот момент в то время для меня никакого вообще труда не представлял. А сейчас я не могу найти ключ-карту. Вот видите, как я отупел за эти годы. Просто отупел в хлам. Лама тупил. Не, ну это глупо, согласитесь. Мы где-то просто не за пиксель хантили, наверное, да? По большому счету, карту эту. Возможно, да. Возможно, мы просто не за пиксель хантили карту.
Давайте пробовать 61 этажа и вместе с вами искать. Ну, 60 этаж просто все обыскан. Уже ничего нет. Вот 61. Ну, тут же на 61 этаже такая же тема, блин. Мы тоже тут со всеми болтали и ничего не нашли. Можно спуститься вот тут на 60 этаж, например, да. И что нам это только даст? Да ничего нам это не даст. Тут будет все равно закрыто и все. Ну, вряд ли это баг игры. Вряд ли это баг игры. Это скорее... Я где-то что-то не сделал. Именно на этаже пред 66-м. Понимаете? То есть я что-то не сделал именно на 64-м этаже. Ну, почти наверняка. Или, то есть на 65-м этаже. Это прям практически 100%. Потому что тут мы взяли карту ключ дальше. Поднялись тут. Тут, понятное дело, все там. Взяли какой-то лут, который могли с дуру. Не взяли тот, что нужно, да. И вот он, 64-й этаж. Скорее всего, он. Потому что на 65-м ничего нет, кроме запертых ящиков и так далее. Как ни странно. То есть вот, ну, с аппаратом, да, что-то там побили мы, но толк, что мы по нему побили. В этом вообще нет никакого толку. Предметы использовать я не могу. Там дорожки, например, побежать, да, и так далее. Давайте, не знаю, отдохнуть еще раз просто в этой комнате. Ну, странно это немножко. То есть, ну, ситуация, по идее, ну, вообще изи. Ну, давайте отдохнем. На халяву. Типа мы отдохнули, и что дальше? Это нам как бы ключ-карту никак не дает. Ой. Вообще не близко, да? Пожалуйста, пользуйтесь другим этажом. Управление ремонтного отдела компании Шинра. Пользуйтесь другим этажом. Блин, ну это тоже тупо на самом деле. Очень. Не, ну мы все ящики... А, нет, мы не все ящики обыскали. Сзади-то могут тоже быть ящики, да, вот тут. Не. А сзади их нет, все-таки я прав. Изначально это было очевидно. Блин, ну те ящики, которые заперты, блин, ты же их можно открыть. Взять просто себя, губ-стопнуть всех, да и все. Отобрать у них, блин, ключи нахрен с ключ-картами. Логично? Логично. Вот ящик почему-то не юзается. И вот этот ящик почему-то не юзается левее и правее от того, который открывается. Ну вот, у него нужно забрать, короче, карту. У главы службы безопасности, это ж очевидно, как не знамо кто. А для этого нам нужно что, бить по этому, блин, поганому хри... Пока он с ума не сойдет и не прибежит к нам, правильно? Что, раз 10 надо по нему долбануть, да?
Пока нас службу безопасности не позовет. Не знаю, давайте попробуем, что нет. Вот сколько раз мы сейчас ударили? 3, да? 24-й раз. Пятый раз. То ли какой-то скрипт не случается, да, то ли я туплю. Но он должна позвать этого, блин, службы безопасности, который. И мы должны у него тупо ключ-карту стырить или взять. Не 10 же раз реально бить. Ну давайте сейчас 9-й раз вот я бью по нему. То ли скрипт, то ли я дурак. Вот и все. Нужно узнать. Сразу прибегает откуда-то не было. Где бы она ни была, она сразу сюда прибегает. Ну это логично на самом деле. Долбануть по ящику тупо, блин. Это логично, на 100% логично. Чтобы член этой, блин, безопасности тут что-то сделал. Ладно, в этой следующей серии будем думать. Вернее, я проверю этот вариант с ящиками. Так ли это или нет? Если это так, блин, то это очень херово. Дико хреново. Вот. Ну, надеюсь, что это не так. Что не забаговалась игра, имеется в виду. Да, конечно, можно скачать английскую версию, перенести сейвы и... Ну, в принципе, это можно как бы сделать. Давайте еще, знаете, что попробуем? Вот такую вот систему. Это очевидно, что что-то тут не так. Спасибо всем огромное, кто смотрел, и всем пока.